Начнем наш обзор с происшествия на дорогах. На улице Революции 1905 года столкнулись сразу три автомобиля. Водитель «Лексуса» из-за снежного наката и гололеда не успел заранее остановиться и столкнулся с «Хондой Фит», которая от удара въехала в «Ладу Калина». У машин большие механические повреждения, пострадавших нет. А на улице Барсоева столкнулись «Лексус» и «Тойота». По словам аварийных комиссаров, водитель «Лексуса», поворачивая налево, не предоставил преимущества «Тойоте», которая ехала со стороны виадука. У машин большие механические повреждения. Движемся далее. В Республиканской клинической инфекционной больнице загорелся матрас. Причина возгорания – неосторожность при курении и нарушение правил противопожарного режима. За нарушение требований пожарной безопасности руководитель объекта привлечен к административной ответственности. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает руководителям организации и гражданам о соблюдении требований пожарной безопасности. Ваша неосторожность и безответственное отношение к соблюдению противопожарного режима может привести к возникновению пожара, нанесению вреда жизни и здоровью граждан и причинению материального ущерба. К другим темам. В Бурятии за производство и продажу наркотиков осужден 38-летний житель Оан Уде, который входил в состав незаконной группировки. Мужчина отправлен в колонию строгого режима на 17 лет. Андрей Слепнев, новости дня.